Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина проверила работу избирательных участков в Одинцово. В театрально-концертном и досуговом центре на улице маршала Жукова, культурно-спортивном центре «Мечта», а также в Одинцовской гимназии номер 11. Парламентария обсудила ход голосования с председателями участковых избирательных комиссий и наблюдателями. Голосование проходит открыто, прозрачно, без нарушений, в соответствии с действующим законодательством. Созданы все условия для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Для избирателей старшего возраста организовано голосование на дому, рассказала Лариса Лазутина. На площадке Ликинской школы открылась галерея в честь Героя России, сотрудника МВД, полковника спецназа Александра Головашкина. В торжественной церемонии приняли участие одинцовские единороссы. Экспозиция всегда будет находиться в школе и даст возможность всем изучить историю легендарного выпускника, гордиться его подвигом, подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили состояние детской игровой площадки у домов номер 16 и 8 на бульваре маршала Крылова в Одинцово. Инспекция прошла в рамках проекта «Городская среда» и подведения предварительных итогов реализации программы «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которой выполняются наказы народной программы и губернаторские инициативы. В первую очередь обращали внимание на безопасность конструкций. По итогам мониторинга зафиксировали, что все элементы отремонтированы, уборка производится регулярно. «Взяли данную территорию на депутатский контроль», рассказала председатель окружного совета депутатов, член партии «Единая Россия» Татьяна Одинцова. Одинцовские единороссы проверили стадион в 8-м микрорайоне Одинцова. Инспекция прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» и подведения предварительных итогов реализации программы «Подмосковье. Территория перемен». Этот спортивный объект пользуется спросом у местных жителей. Здесь есть все для активного отдыха. Беговая дорожка, многофункциональная площадка и зона воркаута, раздевалки. Есть ряд замечаний по содержанию и благоустройству. Информация будет передана в профильное подразделение администрации Одинцовского округа, сообщил депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Максим Ганин.